Моя мама выбирала не очень распространенное имя в то время. Хотя оказалось, что Лен, рожденных в этом году, на самом деле очень много. Но вот с возрастом все-таки выясняется, что это же греческое, в переводе с греческого, означает свет. И мое стремление на самом деле есть такое. Я человек позитивный, и мне хочется дарить этот свой позитив людям, какой-то, ну, назовем это свет. И мне кажется, это все-таки связанные вещи. Я вот верю в такие вещи, что имя, оно что-то вот дает человеку, какую-то вот окрашивает его чем-то.